Всем привет, с вами Дмитрий Удовичко. Сегодня я вам расскажу про апартаменты, находящиеся в Совиньоне. И как обычно, в первой линии. В апартаментах две раздельные комнаты. Отдельная кухня, санузел и терраса с обозрением Москвы залива. Все чистое, все в идеальном состоянии, все новое. Посуда, холодильник, чайник, микроволновая плита, два телевизора, спутниковые каналы, Wi-Fi, санузел, душевая кабина, стиральная машинка. Рассчитаны апартаменты на 4, 5, 6 человек. Это максимум по договоренности. В общем, смотрите видео. Очень надеюсь, что видео вам понравилось. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Если хотите более подробное описание, фотографии, какие-то нюансы, характеристики, можете перейти по ссылке под моим видео на сайт savinyon.net. Там все более подробно расписано. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Обещаю много хорошего, интересного видео про отдых в Одессе. Пока!